Тут еще у нас гильза осталась, а тут уже блок. Толщина стенки разная. Современные корейские технологии. Блок D4 HE. Отправили на гильзовку с Петербурга. Проблема стандартная. Прогорел первый поршень и за собой утащил гильзу. Вон она вся. Все гильзы поползли. И, ну, они все поползли, да, то есть они просажены. Но вот это особенно здесь вообще прям мрак. Проточили гильзу и посмотрите, она сама вышла из полости блока. По факту это просто с натягом в алюминий вставлена чугунная болванка. И фиксации никакой у нее нет в блоке. Как вы знаете, есть такая волнистая штука при литье. А здесь ничего нет, здесь все гладенько, четенько. Так это еще хороший блок попался. У них тут бывает чистота вообще такая убойная. Прошлые блоки я снимал. Ну да и тут тоже она убойная на самом деле. Они подачи двойкой, самый большой точит. Ну и вот мы, нижний упор, когда, да, все. Все мы, держится вот на этой кромке. Когда мы точим ее 0,05 подачи, тут двойка. Заводим. Ну вот по гильзе видно, да, или нет, это другая. Ну это да, ее отпечаток. Ну и что, мы сейчас план все 4, в общем-то, достаем. И потом наши собственные ноу-хау, гильзы собственной разработки, где я покажу, да, которые мы сделали. Да, вот такая гильза. Поршней пока нет у нас в наличии. Привезут. Ну а гильза выглядит вот так, здоровая такая чугунная штука. Будем вставлять свое, раз корейцы не хотят нам качественные продукты поставлять. Увеличим, сделаем частоту на 0,2 больше родной гильзы. Чугунины станет больше в блоке. Ну, на 0,2 это десятка на сторону. Можно сказать, одно и то же, чисто вот убрать эллипс, да, и подать частоту. Для сравнения, частота проточки под гильзу блока алюминиевого двигатель К5 96 года. Вот так выглядела раньше частота. Двигатель D4 HE 2021 год. Какая тут может быть теплоотдача, вообще непонятно. Финальный этап. Три цилиндра уже загильзованы и расточены на чистовую под поршня. Четвертый цилиндр. Финальная проходка. В среднем получается снимается по 2,5 с каждой стороны под поршень. Оригинальные поршня под этот двигатель. Ну и в целом хотелось бы подытожить по ремонту данного блока. Напомню, это D4 HE. Это второй блок за эту неделю у нас в ремонте, и оба блока с прогаром поршня. Многие автолюбители считают, что это злокачественное дистопливо виновато, что так быстро выходят эти моторы из строя, но практика показывает и статистика, что только на этих блоках происходят такие
прецеденты. Конкретно к нам приезжают постоянно блоки только эти. D4HE. D4HB намного реже. Даже Евро 6 блоки приезжают очень редко с такими проблемами. В целом, скорее всего, это сумма всех дефектов данного двигателя и экологического класса Евро 6 сказывается на работоспособности, точнее на отсутствии работоспособности длительно этого мотора. Как вы знаете, Евро 5 пока не прошит двигатель, не Евро 4, вообще не отшить экологию на нем. Поэтому автолюбителям остается только следить внимательно за уровнем сажи и за уровнем масла. Основная предпосылка — это невозможность автоматического прожига сажевого фильтра. Тем самым форсунки начинают лить дистопливо в цилиндр в большем количестве, температура сгорания повышается и, как следствие, происходит прогар поршня. Это происходит не сразу, а планомерно и по нарастающей. Ну а кому повезло, у кого не прогорел поршень, у того дистопливо все это попадает в масло, и вследствие масляного голодания двигатель клинит. Этот двигатель мы сделали, отправляем его в Питер. Владелец сам его будет дальше собирать. Ну а мы будем дальше изучать этот вопрос. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Всего хорошего. Всем удачи.